ну то есть перетаскиваем всю технику на стан, ну и начинаем пытаться сеять. В данный момент мы едем на силке, везем семена льна. Лен будем сеять. Ну, хочу настроить сеялку в районе, чтобы 50 килограммов на гектар она высевала. Ну, по ситуациям сейчас вот решается этот вопрос с удобрением или без удобрения. В общем, такая ситуация у нас получается. На глубину будем стараться сеять лен ориентировочно 4-5 сантиметра. Ну, все как-то так. В общем, некогда было пока снимать всю эту процедуру, маленько муторная, настройки и так далее, не знаю, насколько они верны. Сейчас получается, лен засыпали, вон зелок стоит, сейчас засыпаем удобрения. А что, побольше не открыть, чтобы сыпалось? Да, она туда сыпется. А, туда сыпется. Приспособу вот такую вот стрельнули у ребят. Сейчас поедем. Первые метры работы. Блин, бедрами, наверное, быстрее, что ли, будет. Блин, всегда кома, может быть, поэтому так что-то как-то медленно, целый день что-то у нас. Коля, а там никак рукавок никакой не приспособить для удобства? Кажется, мы ведрами быстрее засыпали. А можно быстрее? Ну быстрее, но видишь, она говорит, куда течь будет. Может, какую-нибудь фанерку или что с собой? Главный агроном. Леня. Помаши рукой. Ну ты улыбку свою покажи. Что-то главное агроном стеснительный. Говорит, надо ниву ему, чтобы по полям ездить. И тогда все будет тип-топ. Коля, Вира, маленько, а то крышку сломаешь. Блин, ведрами в том году как-то быстрее было. И мне кажется. Может, майна маленечко? Ух
пошли, она вылазит. Коля, майнуй маленько стрелой. Зачем, зачем? Ты попробуй стрелой маленько. Коль, мне кажется, мы ей не будем работать, да? Тебе не кажется? Бедрами мы быстрее это все справлялись. Нам такую надо, модную. А, что посерединке? Как ножницы, а? Короче, и в пассивную без этого крючка у нас вообще никак. Большой ремонт у нас получился.
Здесь у нас камней много. Скала вот прямо вот. В общем, зацепили, выдернули одну стойку. Ну, покуда ремонтируем стойку, сразу же обуваемся. Обуваем К-700, досыпаем удобрения. Приходится так маленько, в экстремальной ситуации. Разворачивать деятельность. Пока засыпали удобрения, заметил один нюанс. Вот сравнивать старые банки и новые СКП. Это СЗСки, а это СКП. У них вот эта вот перекладинка получается на СКП. Ой, да, на СКП. Она вот так вот горизонтально лежит. Поэтому сыпешь, когда удобрение вот в этом месте вот, она разлетается везде. А здесь на старых сделано вот. Она потихоньку проходит. Вот вроде такой нюанс. Вот она. Вот. Ничего страшного, как бы она просыпается сквозь, все нормально. А там она в горизонтальном положении лежит, плашмя вот так вот. И поэтому возникают трудности в плане насыпания удобрений. Рассыпается много, когда разлетает, когда попадает на эту планочку. Ну все, всех отправляем на работу. Движуха заняла где-то полтора часа с легким ремонтом стойки. Володя, ты что там танцуешь? Что низко эта антенка, из-за этого.
получается, там долям все засеяли, да? Ему сейчас надо с одной огрызки можно вот туда пробить. Я вон там разворачиваюсь. А как? Остановились на совещание. Вот этот клочок. Небольшой он в районе, наверное. 100 гектар, туда уход вверх за горизонт, забили. Сейчас пойдем заново отбивать загонку. Не пойму только, что делает. Просто катается, что ли? Ну, существует такая проблема, вот эти вот кусочки углы, есть они у нас. Еще вот в том направлении, вот так же, вот между деревьев маневрировать. Там вот. Все, толян пошел. Эту банку никак не можем толком отрегулировать, много она потребляет. Все равно неравномерно потребление ни семян, ни удобрений. Толян гоняет еще. Thank you.
работы у нас ведутся. Медленно, но верно. Это не как на Туареге проскочил 100 километров за 30 минут. Здесь все не так, все спокойнее, размеренней. Работаем в два сцепа. Т-150 с тремя баночками. К-700 с пятью банками. Че? Как бы в целом нормально. В общем, получается, вчера мы начали 8 числа во второй половине дня настраиваться, пока туда раскачка. В 17.30 где-то уже выехали в два сцепа, поехали. Вот, и по сей день вот идет работа. Ну, как мелкосрочный ремонтик такой был, небольшой. Ну и так, в общем, процесс идет. Процесс идет. 7 лен. Льна где-то 7 высев. Ну, опять же, как по поводу высева сказать, что 50-60, может быть, где-то вот в этих пределах норма высева на льна. Ну и, соответственно, удобрение высев где-то 50-60. Ну, насколько это все так, мы потом увидим, когда взойдет. Ну, вроде старались, настраивали. Бездельники, два главных бездельника идут. Леня, помаши рукой. Чё, ты плохо машь? Стыдно. Стыдно? Ну, еще хотел бы отметить следующее. Сегодня у нас 9 мая. Всех с праздником. У кого деды, отцы, прадеды участвовали в этом нелегкое мероприятие. Под словом война. Всем привет, всем здоровья, крепкого долголетия. Ну и всем нам не хворать. А в условиях такого карантина спокойненько отработать, отсеяться. Но я так полагаю, ценник будет у нас в этом сезоне неплохой. Старт будет на порядок повыше. Ну не на порядок, это в 10 раз. Но будет все равно повыше, я так полагаю. Надеюсь. Хотел бы, это, чтобы это было. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Будь здоров!